Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Российские автомобилисты активно пользуются системой «Эра-ГЛОНАСС». По данным оператора, в этом году было более 7 миллионов экстренных вызовов. Большинство из них поступили в автоматическом режиме. Речь идет не только о дорожно-транспортных происшествиях. Тревожную кнопку люди жмут и тогда, когда заблудились или застряли, когда возник конфликт с пассажирами, это характерно для таксистов, требуется помощь в условиях метели и снегопада, и если в чужой машине замечен оставленный без присмотра ребенок. Трасса 101. Текущая внутри- и внешнеполитическая и экономическая ситуация сломали многолетний стереотип. В Москве покупают в основном иномарки. В середине лета лидером столичного рынка новых автомобилей впервые почти за полтора десятка лет стала «Лада», что уж говорить о других регионах. По данным агентства «Автостат», в июле москвичи накинулись на «Ладу Веста». Также неплохим спросом пользовалась «Лада Гранта». Начальный заводской ценник первой сейчас составляет 1 миллион 122 тысячи, второй – 678 тысяч 300 рублей. Трасса 101. А Ульяновский автозавод ищет поставщика коробок передач для внедорожника «Патриот». Удивительно, но отечественной трансмиссии у него никогда не было. Агрегаты «Механика» поставлялись корейской фирмой «Даймос». Нового партнера, говорят эксперты, УАЗ, скорее всего, обретет в Китае. Продукция из Поднебесной немного дешевле, а вот по качеству покажет время. Сейчас рекомендованные производителям цены на «Патриот» начинаются от 1 миллиона 232 тысяч рублей. Трасса 101. Жительница Оренбурга отсудила у коммунальщиков почти 100 тысяч рублей за поврежденный автомобиль. На машину женщины рухнуло стекло, установленное на одном из балконов. Сначала хозяйка авто предъявила претензии к владельцу квартиры, однако служители Фемиды сослались на то, что остекление является конструктивным элементом фасада здания, поэтому следить за его состоянием должна управляющая компания в рамках текущего ремонта. В итоге именно коммунальная организация оплатит женщине ремонт автомобиля и моральный ущерб. Трасса 101. Приближать наступление эры электромобилей в России будет и компания Kia. Она готовится к началу продаж в нашей стране электрического кроссовера EV6. Стоимость модели пока не озвучивается. Комплектуется она одним либо двумя электродвигателями. Мощность, соответственно, 170 либо 325 лошадиных сил. Запас хода превышает 500 километров. Правда, вот с зарядкой машины в обычных условиях могут возникнуть проблемы. Необходим ток 800 либо 400 вольт. Зато до 80% батарея заряжается менее чем за 20 минут. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».